Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», вторая часть. Так, ну что, мы с тобой перешли на новый эпизод, и у нас вторая миссия. Так, ну что, будем пробовать с вами играть за Фрости. Надеюсь, получится. Так, комарьё пошло прочь. Ну-ка, бамс, бамс. Так, ну, блин, он, я забыл, ребят, да? Конечно же, он долго перезаряжается. Долго. И меня это бесит. И комарьё меня это раздражает. Так, подожди. Ну, вот что ни говори, он все равно, ребят, какой-то слабенький. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, вот тебе и Фрости. Вот тебе, ребята, и Фрости. Бумс. Бам. Перезарядка тысячелетняя. Посмотри. Шмаляем, 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 шмаляем. Давай, перезаряжайся и... В плане... Подожди, зачем? Так... Что? А-а-а, у меня, ребята... Я думал, смотрю, патроны, думал, кончились. Нет, 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 нет. Так, восстанови или купи. Давай посмотрим за рекламу. Продолжаем. Комарьё, вали отсюда, а. Строчи, 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 парень. Слушай, ну неплохо бомбит. Причем смотри, как они долго остаются оглушенными. Это мне нравится, это я люблю. Перезарядка, конечно, долгая, но дамаг, урон на высоте, я считаю. Так, давайте теперь постреляем из нашей пукалки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Фрости, Фрости. Я сейчас покручу свои ножички. Мне кажется, вот из всех персонажей, которые у меня есть, Фрости самый-самый слабый. Так, ну что, мы с тобой прошли. Идеально, получается. Так, и посмотрим, что нам здесь выпадет. Бонус, плюс 15 монет и... Тормоз Джо вместе со сварщиком. Двигаемся дальше. Мы с тобой прошли второй уровень. И я сейчас буду брать. Слушай, а у меня не хватит, да? 150 нужно финансов для того, чтобы прокачать сварщика до 7 уровня. Кровососы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так, нормуль. Ну... Вот паршивые еноты, а. Вот посмотри, что делает. И причем врезаются, ребята. Столько здоровья отнимают. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Выкусите за серии. Совсем другое дело. Они еще и горят, оглушенные. Оу, красота. Вот я буду из нее бомбить. Так будет эффективней. Крокодильщики пошли. Так, давай вот этого. Пока не встань, они еще и, ребята, горят при этом. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вьетнамские крысы. Куда прете? Так-так-так-так, добиваем. Отлично. Ах, чуть-чуть не хватило. Это крысы с аркебузами достали. Так, я совсем забыл, что у меня коктейль Молотова есть, блин. Ой, деревня. У меня, скорее всего, ребят, сейчас здоровье кончится. Поджигай быстрее. Не успеем, да? Блин, вот. Придется тратить гемы. Ну, а фиг делать, ребят. Даже сварщик уже не справляется. Что за лютость-то пошла такая, а? Бонус за идеальное здоровье. Если бы вы знали, как это здоровье мне дается. Так, ну что в этом ящике у нас? Понятно, бонус, монетки, тормоз Джо и сосед Вилли. Ну, сосед Вилли мне понравился, по крайней мере, у него перезарядка быстрая и строчит он тоже не кисло. Может быть, нам взять его пострелять, а, ребят? Так, а мы его можем прокачать. Найс. Третий уровень. Уже приятненько. Да, капкан мне, конечно, не особо очень нравится. Да, все отлично. Я думаю, блин, что-то раньше не замечал, что здесь дырки. Нет, все это было и раньше. Так,
Поехали. Да здравствует дождь. Ну, ё-моё. Так, комарьё. Свалило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё-то я не могу понять, в чем проблема, ребят. Как-то... Да ё, мы слабину с тобой. То есть Вилли... Ну, не справляется с поставленной задачей. Вот как по мне. Все, я понял. У нас маленький дамаг стал. Я не знаю, с чем это связано. Но дамаг маленький. И меня здесь просто забомбят сейчас. Вот и все. Че, берем Джо. И отказываюсь от этого всего. Я отказываюсь тратить гемы. Все это, как говорится. И выбираю Джо. Джо сейчас, мы знаем прекрасно, сделает неплохую ответочку. Потому что он все-таки... Имеет у нас с тобой 7 уровень. Бомбит с дробовичка, да, долгая перезарядка, зато не кислый урон. Хотя, как сказать, не кислый, кислый урон. Что-то у нас с тобой здесь вообще как-то все пошло не так, как надо. Бобры эти еще тут лезут. Так, ладно, терпим. Жалко, мой домик никто не сможет потушить, когда он горит. То есть динамит. Давай бросать. Ага. Минус. Так, этих ханориков нужно уничтожать. А то сейчас будет динамит бросать. Ой, динамит, ну ты понял, да? Свою взрывчатку. Так, оглушили. На комаров просто лишний раз вот не отвлекаешься, и все идет хорошо. Я бы даже сказал, идеально. Потому что кузен Рой нам с тобой в этом деле помогает. Он справляется с комариками. Я не знаю, можно ли его как-то будет прокачать дальше, но, наверное, это все зависит от уровня. Чем уровень у нас с тобой выше, да, тем сильнее, соответственно, прокачивается и броня наша, да, и наш урон. Так, так. Ну что, мышь с аркебузой, готово. Вот, Джо один справился. Причем довольно неплохо. И, как говорится, на 3 светлячка. Так, сундук. Смотрим. Монет 25, Фрости и Пейпер. Так, 25 монет. Все равно не хватит прокачать, да, нам с тобой сварщика. Там нужно 150. Подожди, подожди, а почему? Я, ребят, я не заказывал этого уровня. Я даже ничего не нажимал. Почему автоматически... Он запустился, объясни-ка. Странно. Может быть, я как-то нечаянно нажал? Да я не нажимал вроде бы. Ладно, ничего страшного, перепройдем с тобой этот уровень. Я просто там смотрел, какой будет следующий. Так, кузен, кузен, ты помогай мне, помогай. Так, мы строчим с тобой. Что есть мочи? Так, давай оглушать этих буржуев. Угу, отлично. Бомбим. Так, минус. Минус. И еще один минус. Слушай, ну комары даже не такой урон сильно наносят, поэтому вообще не стоит переживать по поводу их. Кузен Рой как вот сидит у нас, да? Это игуана. Очень даже неплохо бомбит, помогает нам. Так что отвлекаться на комаров и москитов не стоит. Да, единственное, что они, конечно, отвлекают очень сильно, привлекают свое внимание. А так разобрали на изи. А потом, помнишь, будут еще эти крокодилы на шариках. Как повспоминаешь, аж в дрожь бросают. И главное, что нам всегда с тобой дают сундук. Оу, Фрости. И дядька волосатый наш, да, появился. Ну что, теперь я попробую, ребят, все-таки. Оу. Сундук с тортилой появился. А у нас с тобой идет миссия по защите куриц. Да, 5-я миссия. Поехали. Защите куриц. Попробуем. Иди ты. Ну. Воу-воу-воу-воу, ничего себе, прям перед носом появляется. Ты прикинь.
Есть контакт. Ушатал. Эй, не заметил даже, ребят, смотри. Прям перед носом появляется. А ну-ка дай-ка взрывчатку брошу. Кушает, кушает, крыс хотел сказать. Куриц моих кушает. Так, давай вот этих. Последняя волна, надеюсь. Так, кто там? Ага. Ну и что? Что вы тут приперлись? А, крокодилы. А если я вот так сделаю? А, как вам, нравится? Съели, как говорится, фунт лиха. Ну, бонус за здоровье. В общем, мы с тобой прошли этот уровень. Идеально. Шкатулка полная. Так, три карточки мы с тобой зарабатываем. Так, монетки. Пейпер и Фрости. А вот теперь, по-моему, я смогу прапать нашего сварного. Мне хватит монет. Да, 159, а нужно там было, по-моему, 150. Так что сварчик... А какой уровень получит? Седьмой. На седьмом уровне, ребята, ничего у него не откроется. Так что радоваться рано. А вот на восьмом, и я так понимаю, это будет последнее, да, открытие, которое мы с тобой заработаем, это вот здесь. А как же нам тогда вот это вот прокачивать все? А, видимо, уже будет, когда уровень 9, 10, 11, вот это уже будет автоматически, да, прокачиваться. Ясно. Ну что, у нас с тобой на Джо закончилась энергия, поэтому берем с тобой Сварнова и будем именно им драться. Поехали. Шестая миссия. Мир жесток, говорят. Ох ты, Тритон. Монстр. Ну нифига он. Как выглядит-то противно. Ага. Так. Ну, на комаров не будем отвлекаться. Я уже это понял. Оно того не стоит. А вот коктейль Молотова бросать надо. Так, 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 так. Слушай, а он сильный, этот Тритон. Ну, в плане того, что он живучий. Эй! Так, по-моему, нам пора с тобой гранатомет подключать. Ага, глючьте, глючьте. Куда-то там ушел. На тебе, Тритоша. Так прикольно. Блин, мне нравится. Так, сразу бросаем с тобой бутылки, поджигаем всех этих крокодилов. И, конечно же, расстреливаем. Это последняя партия идет. Это у нас последняя партия, давай поджигать. Пока у нас с тобой очень... А что они там делают? Облизывается, мне показалось. Показалось, наверное, да? На тебе, крыс. Да, тритончики заставили меня немножко понервничать. Но, как видишь, шестой уровень мы с тобой прошли идеально. Ну-ка, что нам здесь достанется? 25 монет, опять же карточка на сварщика и карточка на соседа Вилли. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. А когда нам там выживать-то? 60 секунд. Ага, вот здесь. А этот на 15 уровне у нас с тобой находится, да? И в чем вот разница? Вот видишь, горящий череп. Это сложность какая-то там супер-пуперская. Или в чем проблема-то? Я не могу понять. Здесь же не горит черепок. Очередной день на болоте. На тебе. Упс. Смотри, что происходит, ребят. Тут комары... Ой, комары. Муха начала летать в шапке. С чего вдруг? Не знаю, ребят. Так, с теми разобрались. Здесь тоже. Ну-ка, давай переключимся. Давай-давай-давай, уничтожим. А, там этот бусурман идет. Ёлки-палки. Бросаем. Они просто получают урон от того, что горят. Сама по себе бутылочка коктейля Молотова наносит такой еле-еле заметный урон. Так, ну. Готово. Бросаем, поджигаем. Видишь, потихоньку они горят. Ну-ка, давай-ка переключимся. Бабах. Вот эти вот крокодилы и бобры
Они идут медленно, и это хорошо. Если бы они бежали бы, как все остальные, было бы намного хуже. Но мы с тобой прошли этот этап. Здоровье у нас с тобой отнимает, светлячки у нас полностью, как говорится, получены. И мы с тобой двигаемся. О, 4 карточки, что у нас тут выпадет? Монетки. Так, сварщик, пейпер и гемы. 4 гемчика мне дали, ну спасибо большое. А мы с тобой идем на 8 уровень. И я все надеюсь, ребята, что кого-нибудь нам новенького с тобой дадут из персонажей. Так, вы сказали про эти трубы. Куда там стрелять, я так и не понял. Если куда-то там бомбить в эти трубы, они сломаются. Сейчас я посмотрю. Сейчас я все, ребята, это гляну. Так, подожди, подожди, а что так плохо-то? Блин, да? Ты стрелять-то будешь сегодня в этот или нет? Сварной. Что-то совсем расклеился парнишка. Не дадут, они не дают мне, ребят, посмотреть, как уничтожаются эти трубы. И шпрут. Без остановки. ХП, 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 ХП мало. Ну-ка, куда там вот эту трубу надо? Нифига я не понял. Стреляю по трубе и ничего, ребят, там не происходит. Ну, эй, добьем, успеем или нет? Успел. Фух. Так я не понял, что по этому поводу труб вы говорили. Куда там нужно стрелять, чтобы она сломалась? Не знаю. Может, у меня не ломаются они, а? Так, монетки, пейпер. И сосед Вилли. Сосед Вилли и пейпер уже практически готовы, ребята, прапаться. А у нас с тобой 9-я миссия. Ага, на сварном закончилась энергия. Ну что же, давай, дядя Волосач, твой выход. 5-го уровня. Угу. Ни конца, ни края. Окей. Такое довольно забористое начало. Блин, не хватает урона, а? Ну, может, хватит уже, а? Еноты. Все плывут, плывут на своем взрывчатке. Так, надо этого с аркебузой подбить. Гранату. Ну, так, минус крокодил. Давай-ка вот так сделаем. Трындец, потратил взрывчатку, спрашивается, нафига? Если даже ничего не сделал, не подбил, ни шиша. Волосач, ты будешь что-нибудь бомбить или нет? Давай, 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 давай. Так, с аркебузами. Последний остался, только бы не подбили. Успел? Успел. Жизни практически ни шиша у нас с тобой не стало. Бонус за здоровье 0. Бонус за здоровье 0, потому что я вообще не знаю, как выжил. Энергии не было. Но зато дали хороший чемодан. Так, Волосач, по-моему, может прокачаться у нас, да? 7 карточек на него дали. По-моему, может. Вот я не знаю насчет денег, хватит ли у нас. Но прокачать я его смогу. Ну-ка посмотрим. Соточку как раз хватает, ребята. 6-й уровень он получает. Замечательно. Поздравляем, теперь у тебя есть... противотанковая винтовка. Ого. Так, монстры в шлемах могут раздражать. Снести их шлемы с помощью этого мощного оружия. То есть, тут еще будут у нас в шлемах. Ну, в принципе, вьетнамцы тоже идут на нас эти, как их там звать-то, в шлемаках. Крокодилы. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что оно себя представляет. Множество битв, множество побед. Оу. Слушай, это типа, как знаешь, я бы сказал, это снайперская винтовка. Потому что один выстрел, один труп.
Перезарядка долгая, да. Так, вот эта вот фигня меня раздражает, которая здесь находится. Так, тихо. Погнали. Ну, вот этих вот, конечно, игуан не так быстро подбиваем, как хотелось бы. Но все равно намного лучше. Давай, раз, два, три, четыре. Так. А я что, одним выстрелом могу сразу... А, вот оно как. Я одним выстрелом могу сразу несколько противников убивать. Так, взрывчатка. Бросаем. Давай, 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 давай. Вон они. Охламоны ползут. Но мне нравится винтовка волосача. Я тебе говорю, это больше все-таки похоже на снайперскую винтовку, чем на противотанковую. Фух, отлично. 10-й уровень у нас с тобой пройден. Так, давай посмотрим, что у нас здесь выпадет. 20 монет и дядя волосач. Плюс Джо. Слушай, а чтобы у Джо прокачать полностью все оружие, что у него есть, какой нужен уровень? Давай посмотрим. Мне вот интересно знать. По-моему, максимальный здесь 8, да? Да, на 8 открывается у нас последняя с тобой возможность. Так что хотелось бы побыстрее получить карточки на него и посмотреть, что же там у нас с тобой будет. Ну что, дядя Волосач, мы с тобой не закончили, поехали дальше. Так, у нас с тобой 11 уровень, потом будет выжить 60 секунд. Люби врага своего, ох ты! Белка, монстр! Что ты делаешь, белочка? Так. А, да ладно, просто стреляй. А, просто. Конечно. Нет, ребята, не просто она прыгает здесь. Она еще бросается какой-то ерундой в меня. Блин. Да я же хотел поменять оружие, господи. Посмотри, что делают. Ой-ой-ой-ой, они меня застреливают. Блин, нифига они тут атакуют. Да хорош, белки. Так, крокодилов. Крокодилов сносим. Блин, по ней попади, еще попробуй. Тяжеловато. О, у меня сейчас здоровье кончится. Все, уничтожили. Тратим. Да, с белками... Мне кажется, с белками очень хорошо справляется Пейпер. У нее очень быстро строчит ее этот... Ее тосты эти, да? Вот по ним, по белкам как раз очень было бы неплохо бомбить. Да и, в принципе, и он тоже хорош. Только вот попадать по ним сложновато. Видишь, они постоянно прыгают. Не стоят на месте. Отлично. Подбил. Бонус здоровья 1800. 11 уровень у нас с тобой пройден. Ну что же, открываем сундук. И что нам тут выпадает? Так, 32 монеты. Дядя Волосач и сварщик. Слушай, ну хотя бы денег дают прилично, да? Раньше там по 5-6 монет, сейчас хоть по 32. 26. Так, и у нас с тобой выжить. Блин, у нас энергия закончилась. У нас с тобой... Во! Есть, есть у нас на Джо с тобой энергия. Ну что, поехали. 12-я миссия. Продержись 60 секунд. Попробую. Ну-ка. Давай, 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 бомбить. Ну. Бабах. Куда ты плывешь, засели? Тебя сюда не звали. И тебя тоже не звали, кстати. Я пойму, куда я там попадаю? Ведь попадаешь же куда-то. Плывет, плывут, 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 засранцы. Давай, глуши, глуши, глуши их. Отлично. Так, пора переключаться на дробаш. Ну! Что за лютость, а?
Ты прикинь, они меня тут просто расколбасили. Тратим? Тратим гемы. Ну а зачем они вообще нам нужны, эти гемы, если я их не могу никуда, ребят, потратить? Поэтому приходится тратить. Блин, мне совсем немножко там не хватило, да, выжить. Совсем чуть-чуть. Полная копилочка, да, полная копилочка. Чтобы ее открыть, ребята, я уже вам сказал, нужно 306 рублей заплатить. И билетики нам дали с тобой. Или как-то энергия, да, скорее всего. Ну, не имеет значения, вот ты меня понял, главное. Так, кто у нас готов прокачаться? И это... Да, он готов, ребята. Улучшить. Так, получает он 4-й уровень. Откроется у нас только следующее на 5-м. Ну что, дойдем с тобой до черепахи, я думаю, да, сегодня? Попытаемся дойти. Ну что, давай. Вот где тут? Блин, опять они не дают. Если стрелять в какие? Вот в эти, что ли, трубы стрелять? Не знаю, ребят. Урон не отображается. Поэтому я... Ничего не вижу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Трындец. Понабежало тут олухов. Блин, а чё я на комаров не обращаю внимания? Думаю, у меня этот разберется. А у меня его нету. У меня нету нашего родного, как говорится, игуанчика, который бы мог следить за ними. Уничтожать, точнее. Поэтому москиты мне здесь сейчас нервы вытрепали. Все, бомбанут сейчас, да, мне? Тратим, тратим гемы. Не уничтожается, короче, друзья мои, эта фигня. Эти трубы. А, нет, есть, есть хп. Ребят, беру свои слова обратно. Но почему-то раньше не отмечалось. А сейчас увидел я. Ну, буду знать. Так, смотри, сундук хороший нам дали. Так, сварщик. Опа! Вэй, новый персонаж. Какой-то вьетнамец. Ну что, естественно, надо сразу, ребята, тестить. Тестить нового персонажа. Кто он? Давай, во-первых, посмотрим на него, что он из себя представляет. Я его даже прапать могу. Так, у него, друзья мои, пулемет. Обладает невероятным уроном, но низкой точностью. Целься получше. Так, здесь у него... Обладать собственной тактической ядерной пусковой установкой – это весело. Быть ее в прицеле не очень. Атомная базука. Кто ты сам? Пришел однажды, так и не ушел. Готовит лучший крокодиловый суп в округе. Пришел, короче, и не ушел. Так и остался тут с нами куковать. А что у нас за ваза? Вот это вот. Ваза династии Мин. Отличное украшение домашнего интерьера, которое можно разбить на маленькие кусочки и замедлить монстров. Угу. Ладно, давай посмотрим. У него, короче, пулемет. С меткостью, как нам сказали, не очень. Прочь с дороги. Но строчит, да, быстро. Он как быстро строчит, так быстро, блин, и заканчивается. Очень быстро заканчивается, ребят. Я прям только вот вхожу. Как тебе сказать? Враж. Что там, замедляет, да? Белки, да вы достали, а. Вэй, давай как-нибудь там, я не знаю, пошустрее, что ли. Видишь, пердуны тут. Ну-ка посмотрим, ребят. Вот так работает эта боеголовка его атомная. Посмотрели, по крайней мере. Так, вазы. Слушай, вазы неплохо бомбят. Если бы побольше бы ему патронов бы, цены бы не было ему, поверь. Этому детку Вэю. Так, вазы. Вон они опять пришли, эти белки. Давай ее уничтожим. Е. Ну, по скорострельности, мне кажется, он самый шустрый. Смотри, как он просто строчит. Безбожно.
Ну и мы с тобой прошли. Это на втором-то уровне. Этот дедуля наяривает. На втором. Я боюсь представить, что будет на седьмом, восьмом. С его-то раскладом. Опа, сундук хороший дали. Так, монет 78. Так, Фрости. Вэй, нифига нам карточек тут надавали. Ты прикинь. Слушай, дедушку Вэй я могу прокачать. Так, Фрости, да, по-моему, еще могу прокачать. Но у меня на всех не хватит, скорее всего. Давай, наверное, начнем с деда. Вэй. Так, нормуль. И двигаемся дальше. Кто там у нас еще? По-моему, Фрости. Да. Хватит, хватит. Фрости получает пятый уровень. По-моему, ничего не открывается, да, на пятом уровне у него? Только на шестом. Так, ну что, у нас тут курица с тобой. Ой, да, блин, Фрости, зачем я Фрости это взял? Господи, ну ё-моё, блин, совсем забыл, а. Блин, забывай, что у нас нету этого кузена Роя, который мог бы защитить меня от этих комариков. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кассетная бомба пошла. Да ну, блин, по-моему, тут надо вот так бомбить по ним. Другого варианта не вижу. Так, окей. Перезарядку делай быстрее. Да. Фигня какая-то получается. Вот для меня Фрусти, мне кажется, пока самый плохой персонаж. Я вот все хочу найти в нем какие-то, ну, достоинства, но не вижу. Не могу, ребята. Вот хоть убей. Не могу я в нем найти ничего хорошего. Сейчас подобьют, по-моему, мне здесь все. Давай, 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 влупляем. Курицу сейчас уничтожат. И мы проиграем, да? Ну. Эта курица выжила каким-то чудом. Если честно. Фрости справился. Ну, хоть на этом ему спасибо отдельное. Так, и мы с тобой получаем или нет? Так, ну, во-первых, сундук. Так. Так, Пейпер может прокачаться у нас. Опять Вэй. На Вэй что-то вообще начали выдавать карточки. На изи. Просто причем так много. И Пейпер мы с тобой прокачаем. Второй день. Собери энергию, ну. Подожди. Да зашибись, я тут с этой фигней. Я даже там не увидел, что мне выдали. А, ну да, все, ребята, мы с вами забрали черепаху, и мне вот тут надавали очень много чего. Я не успел, правда, посмотреть. Знаешь что? О, Вэй, давай мы тебя прокачаем. Четвертый уровень. Отлично. Порадовал меня. Так, и Пейпер. Вот она. 150, буквально одной монеты не хватает. Ладно, я, друзья мои, в следующей серии обязательно прокачаю. Ну, а на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!